отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. 1-2 грудня. А хто ініціатор? Я би сказав так, дивіться, я ж не бурба. Я говорити і ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені $1 мільярд тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний, до речі. Я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Мені здається, це важлива інформація для нашого суспільства. Так ось хочу сказати, що я не Янукович. Бігти я нікуди не буду. І не Порошенка. На гибелі людей Небесної Сотні, на бульдозер вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається, з задоволенням працювати на банк. Вважаю, що його оточення, його втягує в цю війну. Вважаю, що це велика помилка. Тому що зараз мені це нагадує все, як вам сказати, ну таку ситуацію, вона зрозуміла розшатування, тому що стабільна ситуація в Україні нікому не потрібна. Потрібна вона, я вважаю, перш за все, людям. Про стабільну історію з цього приводу, про стабільність в енергетиці, стабільність щодо вакцинації, я готовий дискутувати. Ну, якщо пан Савік... Давайте пана Савіка. Якраз, так, давайте. А ми ж ще поговоримо. Тому що... Я слухаю, слышу. Я буду говорити російською мовою. Говорите по-русски, нет проблем. Ну, тут вы, конечно, я думаю, что нас всех, ну, по меньшей мере меня и народу, вы сейчас дали такую информацию, которая реально просто, от которой можно и помолчать минуту, подумать. Если Ринат Ахметов готовит государственный переворот и есть такая информация, то, ну, я в это, ну, мне очень сложно в это поверить. Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слушать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Ну, это и есть государственный переворот. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну, ну, в информационную войну он уже втянут, против, ну, меня, против государства. Я считаю, это раскачивание внутри нашей страны этой ситуации. И я хочу вам по-русски закончить. Благодаря вам это тоже происходит. Вот это раскачивание постоянное. История благодаря мне, каким образом? Благодаря средствам массовой информации. Вообще, это тоже происходит в Украине. Потому что информация доносится нашим людям благодаря средствам массовой информации. А вот. И это происходит ежедневно. Вот о чем я говорю. Я считаю, что в эту всю историю его втягивает его близкое окружение. Мне кажется, в этом большой риск. Но так как я в государственные перевороты не верю, и так как я не верю, что, значит, Ахметов в это, в общем, прям побежит,
Потому что я считаю, что это его будет просто фатальная ошибка, просто с точки зрения гражданина Украины. Если он был таким глупым, наверное, он не был бы таким богатым. Я не слышу. Я говорю, если он бы был таким глупым, наверное, он бы не был таким богатым. Савик, у нас к вами разное отношение с точки зрения ума, интеллекта и денег. Мой отец профессор. Он не богатый человек. Я понимаю, что вы богатый журналист, я все понимаю, но есть журналисты, которые... Я прошу прощения. Есть журналисты, у которых не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не являются резидентами других стран, а являются гражданами Украины. Я очень уважаю их открытость и, так сказать, их журналистскую этику, но они тоже умные. Но я имею в виду, что не глупее вас. И я, кстати, очень много бизнесменов в Украине. Вот сейчас мы видим бизнесменов, айтишники и так далее. Вчера были еще бедными пацанами. Я богатый. Вам не интересен ответ? Можно я отвечу? Я очень богат опытом. Я очень мало журналистов. Смотрите, я считаю, что вы сейчас просто соревнуетесь в каком-то непонятном... Я-то открыт. Да, в риторике в какой-то. Я не понимаю, зачем. У вас есть ваша программа, вы там в формате монолога рассказываете, кто мы, что мы и что происходит в Украине. Вот. Мне кажется, этого достаточно. А здесь я готов ответить на любой ваш вопрос.